Всем привет, дорогие друзья. Блять. Короче, всем привет. И сегодня мы играем в радужных друзей без радужных друзей. К сожалению. Вроде там было 15 человек, ожидаем мы 10. Типичный маршрут. А, нет, вот 12. Я как понимаю, двое потерялись по дороге. Или, не знаю, не смогли заплатить за маршрут. Какой-то негр поменял нам подписчиков. То есть, а водителя вообще не смущает местный пейзаж? Абсолютно. Гениальная завязка. Вы что, въебались куда? Горим. О нет, Балтр... Блин, как его там зовут? Бат... Бози... О, добро пожаловать, мне нужна твоя помощь. Блоки упали. Все, что вам нужно сделать, это найти их и положить обратно. Удачи. Ну, ок. Ладно, погнали. 24 блока надо найти. Ну, нет, конечно, и так с первого взгляда не скажешь, но в принципе мои друзья вот эти похожи на радужные. Че это за прямоугольник у меня на поясе? Словил на ошибке. Мне идет, да? Два блока умоля. А, вот же он лежит. Вы что, совсем конченый, что ли? Понял. Я надеюсь, уже нашли последний блок, они несут его в театр. А вот он! Сюда реально никто не зашел. Чё, почему это какая-то конюшня, блядь? Почему тут такие клетки странные? И душ. Я представлял, как моют коня. Забавно, наверное, зрелище. Ну, со стороны, по крайней мере. А все-таки я хуй сожрать, до сих пор в театре отшивается, правда? Ладно, все похуй. Спасибо. Надеюсь, синий не получил слишком много вас. Да, мы отрезали 3 пальца, не очень много. Ой-ой-ой, кто же это? А это еще один радужный друг. Что там зеленые? Соня! Грин, отдохни немного. Он понадобится тебе завтра. По-моему, умерло больше или что? А, ну да. Сколько раз? А, похоже, Грин проснулся. Я думаю, он знает, что ты там. Не стоит о нем беспокоиться. Он слепой, блядь. Как он может поймать тебя, если не видит? Блядь. Слепые радужные друзья. Это, знаете, вот их типа зовут Blue Green. Кто там еще? О, этот. Я не помню, как собаку зовут. Вот он что. Блять, господи боже. Я испугался. Господи, на лоха. Можно меня так не пугать, что игра? Короче, к чему я это? Я к тому, что вот эти, их зовут Green, Blue, там, Orange, но и типа, так как это радужные друзья, им походу местоимения-то не придумали, и чтобы не мисгендерить их по местоимению, они им просто дали имена на их цвет. Хотя это тоже достаточно угнетающе звучит. Мишка, Фредди, Кролик, Бонни, все другие. Господи.
А, я скалу испугался, она очень страшная. Все, я теперь боюсь. Его там не видно. Да, его там нету сейчас. Вот, да, Оранж, его так зовут. Пиздец. Я представляю его. Короче, я рождаюсь, и у меня такая мама на меня смотрит, ну или папа, и говорят, блять, ну чисто бежевый. О, это тут, а, нет, стрел. Ну чисто, вот, Артём, Кирилл, да похуй, пусть будет бежевый. А, не через выглядит, хотя, ну да, выглядит как собачий корм, если честно. Да, походу голубой еще умственно отстал, и судя по слюне у него идет. Хотя так лучше не говорить, а то можно, в общем, лишиться всего. Ой, господи, где еще три политика? Я этот как покупатель, я как дилер звучу, типа. Где еще три пакетика? Ты обманул меня, Джонни. Что-то горло. Попали, да? Я же надеюсь. А, да, они подсвечиваются. Меня убил голубой. Господи, до чего я опустился? Мне приходится собирать еду для собак. А, да, он здесь всегда теперь поднимается. Это такой лайфхак. Кстати, интересно, он со временем ускоряется, потому что он очень медленно старт дает. Низкий старт у него горит. Мне интересно, почему вот все вот эти беготня? Типа, в чем здесь сюжет? Потому что как-то возвышенный, я что-то не понимаю, но... Но у меня все еще стоит вопрос, как можно огромную картонную коробку сложить. Страшный голубой, так страшно. Он на нас напал синий хаги-ваги. Он очень удачно развернулся, потому что не как раз сюда. Звук мерзкий, ну что это такое? Кого-то сожрали. Да их вкусный, господи, все равно. Понимаете, тут чем меньше людей, тем лучше. Ой, блядь. Ай, не хочу! Надо меня убивать! Господи боже! Скажите ему кто-нибудь, что там зеленый, что коробка его не спасет. Знаешь, они... Знаете, наверное, стоило бы зеленому сделать более понятное отображение, что он слепой. Типа там глаза заклеить, закрасить. Типа какой-нибудь такой херни. А то он идет, там что-то щупает, и вообще непонятно, знаешь? Он больше похож на какого-то извращенца. Он идет сюда, да? Нет, он идет нахуй. А там есть кубик? Имя? Куда без пропуска? И что, что ты работаешь здесь 7 лет? Блядь, синий сюда спустился, чтобы угорать. А, нет, они нашли весь корм. Невероятно. Ой, этот оранжевый гандон. Как же его ненавижу. Он мне так руинит. Так руинит. Оранжевый покинул свою пещеру. Может, он понюхал еду? Может, учуял? Сегодня последний. А, последний анекдот. После того, как ты починишь мою машину, я покажу тебе, почему ты здесь. Чего, в смысле, починишь мою машину? Почему вентиляционные отверстия начали протекать? У меня такой же вопрос, почему вентиляционные отверстия начали протекать, блядь? Ну
Ничего, сейчас узнаем. Все, два предохранителя уже кстати. Такие позы странные, если честно. Я говорю, он просто он на извращенца похож. Это те самые педофилы, которых числили к стану ЛГБТ. Я напоминаю, мы все еще играем в радужных друзей. Блять, куда они уходят? Он застопил блядский проход. Ну ты гандон, все. Он обидится на меня. Ударяйте надо мной, серьезно. Сейчас это сюда придет. Нет, он пошел в театр. Он решил приобщиться к высокому. Мне вот интересно, а кто переставляет? А, ну это вот эти кусочки переставляют. Типа сначала кубики, потом мы их собрали и их убрали куда-то. Теперь жрачка это. Надо, нужно к оранжевому прийти. Боже, кто-то забыл покормить апельсина, а, типа оранж. Предохранить. Эти предохранители. Нет, так вот, сейчас вот притащил туда огромный щиток на 14 предохранителей. 14 предохранителей. Зачем здесь 14 предохранителей? Все, я тут возвращаюсь назад. Заметили, что он стал немного быстрее ходить? Намного быстрее отвечать. Я надеюсь, я этого щупальщика не увижу в этом коридоре. Конец. Что происходит? Чё, машина в порядке, зачем тем, чтобы видеть? По-моему, она сгорела. 14 предохранителей не спасли, блядь. Нас двое! Он ветеран! Похоже, тебе придется снова включить электричество. Найдите способ включить резервный генератор. Кто знает, может быть, я даже позволю вам всем уйти потом. Ты охуел! О, фонарик. Всего две штучки. Забавно. Нужно батарейки искать. Модное освещение. Да. Блять, зачем мне это? Ебан. А, вот он! Вот он, ручки тянет, господи! Я вижу вот эту батарейку. Знаешь, искра, буря, безумие. Я теперь безумно люблю это. Любовь всей моей жизни. Не смотри на эту батарейку. Я вон про ту батарейку. Я так хочу, я так люблю. Но ты встал между нами. Как ты мог? Почему? Почему ты не писал? Господи. Зачем я это делаю? У меня же были футажи, как я проебывал. Зато вместе с друзьями. 10 монет! А, вот, нормально. Не, я кейсы буду открывать обязательно, я вроде уже накопил. Похоже, мы снова в деле. Определенно. Натаскал сюда блядских батареек. А, спасибо, что включили электричество. В качестве награды я вас всех отпущу. Всех, вас всех, это одного меня? Нет, нас еще двое. Но сначала я устрою тебе прощальную вечеринку. Убедись, что вы все выкупили билеты на вечеринку. У нас два. Два человека. Нет, один человек, я и один, но чудовище. После вечеринки я вас отпущу всех. Обещаю. Ой, господи, еблан просто на спавне сидит, ну за что мне?
черт. А, ебать, я должен был... Я так рада, что ты смог прийти. Готов приготовить к вкусному прощальному торту. Ой, торт. Как только все получат кусочек торта, я открою выход, и вы все сможете идти домой. Веселитесь там. Получим благородность и остальное. Никаких шаров. Ух. Don't poop the balloon. Господи, да я гений. Этот ебан, чё он дает? Ладно, пусть не будет. А, он собирается там сидеть, да? Я же хочу размочить ее тупорылую башку, блядь. А, нет, не настолько тупой. О, нет, шарик раздора. Давай, побежали, здесь нельзя прыгать. Ой-ой-ой, какая музыка-то началась. Так, тут уже разбилки пути. Наверное, нам нужно сюда, да. Блять, почему тут вентиляция размером человека? И там есть какие-то, блять, эти доски прибиты. Нет. А, мы сбежали от страшного монстра. Я тебя поздравляю. Его моделька такая смешная. А, он вообще с ним пошел, блядь. Он там остался. Вы выжили. Rainbow Friends. Кажется, я недооценил их. Все становится намного безумнее. Вот, знаете, я всегда знал, что с радужными друзьями лучше не водиться. Всем спасибо за просмотр. Ой, в общем, всем удачи, всем пока.